Леонардо да Винчи. При звуках этого имени у нас перед взором встает образ. Образ женщины в темной одежде, сидящей в кресле со сложенными вместе руками, на фоне тающего воздушной дымки гористого пейзажа долины реки Арно в окрестностях Флоренции, повернувшейся лицом к зрителю и устремившей свой внимательный взгляд на того, кто приближается к ней. Разделенные пробором, гладко и плоско лежащие волосы, виднеющиеся сквозь накинутую на них прозрачную вуаль, падают на плечи двумя негустыми, слегка волнистыми прядями. Темно-зеленое платье в тонких сборках, с рукавами в складках, вырезано на белой невысокой груди. Кресло, в котором сидит модель, стоит на балконе или лоджии, линия парапета, которого видна позади ее локтей. Лоджия выходит на пустынную дикую местность с извилистыми потоками и озером, окруженным снежными горами, с высоко поднятой линией горизонта позади фигуры. Уже само сопоставление сильно приближенной к зрителю фигуры с видимым издалека ландшафтом сообщает образу необыкновенное величие. Этому же впечатлению содействует контраст повышенной пластической осязательности фигуры и ее плавного обобщенного силуэта с уходящим в туманную даль, похожим на видение пейзажем, с причудливыми скалами и вьющимися среди них водными протоками. Женщина эта, неаполитанка Мона Лиза Ди Антонио Мария Динольдо Герардини, была третьей женой богатого флорентийского купца и торговца шелками Франческо дель Джокондо. И вот уже 5 столетий весь мир знает ее и восторгается ее портретом, известным под именем Джоконда. В картине, написанной гениальным Леонардо, есть какая-то особая неповторимость совершенства. Джоконда превосходно вписана в строго пропорциональный прямоугольник. Полуфигура ее образует нечто целое. Скошенные руки придают ее образу завершенность. Волнистая прядь волос Джоконды созвучна прозрачной вуали, а брошенная через плечо свесившаяся ткань находит себе отзвук плавных извивах далекой дороги. Во всем этом Леонардо проявляет свое умение творить согласно законам ритма и гармонии. В лице и взгляде Джоконды он создал живое лицо живого человека и так воспроизвел черты и выражения этого лица, чтобы ими был раскрыт до конца внутренний мир человека. Одно из средств достижения духотворенности – это неумирающие искры сознания в образе Монны Лизы. Это чудесная леонардовская сфумата. Именно сфумата создает влажный взгляд Джоконды, легкую, как ветер, ее улыбку, ни с чем не сравнимую ласкающую мягкость прикосновения рук. Сфумата – это едва уловимая дымка, охутывающая лицо и фигуру, смягчающие контуры и тени. В мягкой тающей дымке Леонардо удалось дать почувствовать беспредельную изменчивость человеческой мимики. Хотя глаза Джоконды внимательно и спокойно смотрят на зрителя, благодаря затененности ее глазных впадин, можно подумать, будь то они хмурятся, губы ее сжаты, но около их уголков намечаются едва уловимые тени, которые заставляют поверить, что в любую минуту они разомкнутся, улыбнутся, заговорят. Самый контраст между пристальным взглядом и полуулыбкой на устах дает понятие о противоречивости ее переживаний. Фантастический, скалистый, словно увиденный сквозь морскую воду пейзаж на портрете Джоконды обладает какой-то другой реальностью, чем сама ее фигура. У Монны Лизы
реальность жизни, у пейзажа реальность сна. Благодаря этому контрасту Мона Лиза кажется такой невероятно близкой и ощутимой, а пейзаж мы воспринимаем как излучение ее собственной мечты. В почти неуловимых глазом тончайших переходах от света к тени, вибрации леонардовского сфумата до предела смягчается, тает и готова исчезнуть всякая определенность индивидуальности и ее психологического состояния. Джоконда – не портрет. Это зримый символ самой жизни человека и природы, соединенных в одно целое и представленных отвлеченно от своей индивидуально-конкретной формы. Но за еле заметным движением, которое как легкая рябь пробегает по неподвижной поверхности этого гармонического мира, угадывается все богатство возможностей физического и духовного бытия. Мона Лиза выдержана в золотисто-коричневых и рыжеватых тонах первого плана и изумрудно-зеленых тонах дали. Прозрачные, как стекло, краски образуют сплав, словно созданный не рукой человека, но той внутренней силой материи, которая из раствора рождает совершенные по форме кристаллы. Как многие работы Леонардо, это произведение потемнело от времени, и его цветовые соотношения несколько изменились. Однако и сейчас отчетливо воспринимаются продуманные сопоставления в тонах карнации и одежды, и их общий контраст с голубовато-зеленым подводным тоном пейзажа. Мона Лиза на сегодняшний день является одной из самых знаменитых картин западноевропейского искусства. Ее громкая репутация связана не только с ее высокими художественными достоинствами, но и с атмосферой загадочности, окружающей это произведение. Улыбка Моны Лизы является одной из самых знаменитых загадок картины. Она встречается во многих произведениях как самого мастера, так и у леонардесков, но именно в Моне Лизе она достигла своего абсолютного совершенства. Эта улыбка является не столько индивидуальной чертой Моны Лизы, сколько типической формулой психологического оживления, формулой, проходящей красной нитью через все юношеские образы Леонардо, формулой, которая позднее превратилась в руках его учеников и последователей в традиционный штамп. Подобно пропорциям леонардовских фигур, она построена на тончайших математических измерениях, на строгом учете выразительных ценностей отдельных частей лица. И при всем том, эта улыбка абсолютно естественна, и в этом именно сила ее очарования. Она отнимает у лица все жесткое, напряженное, застылое. Она превращает его в зеркало смутных, неопределенных душевных переживаний. Бесконечное многообразие человеческих чувств и желаний, противоборствующих страстей и помыслов, сглаженных, слитых воедино, отзывается в гармонически бесстрастном облике Джоконды, лишь неопределенностью ее улыбки, едва зарождающейся и пропадающей. Это ничего не означающее мимолетное движение уголков ее рта, словно отдаленное, слившееся в один звук эхо, доносит до нас из беспредельной дали красочную полифонию духовной жизни человека. Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то застывшей, холодно и бездушно смотрящей в пространство. И никто до сих пор не разгадал ее улыбку, никто не истолковал ее мысли. Все, даже пейзаж, таинственны, подобно сновидению, трепетны, как предгрозовое марево чувственности. Исходящее от Моны Лизы ощущение силы – это органическое сочетание внутренней собранности и чувства личной свободы, духовная гармония человека, опирающаяся на его сознание собственной значительности. И сама улыбка ее отнюдь не выражает превосходства или пренебрежения, она воспринимается как результат
спокойной уверенности в себе и полноты самообладания. Чудо Монны Лизы заключается именно в том, что она мыслит, что, находясь перед потемневшей, потрескавшейся картиной, мы непреоборимо ощущаем присутствие существа, наделенного разумом, существа, с которым можно говорить и от которого можно ждать ответа. Вот уже 5 столетий Джоконда продолжает волновать умы миллионов. Одни ее бесконечно восхваляют и пытаются повторить леонардовское сфумато и загадочную улыбку. Другие безнадежно критикуют, а великий французский философ Жан-Поль Сартр даже предложил уничтожить прославленный шедевр как откровенно вредный и ненужный современному обществу. Хрестоматийный глянец, окруживший картину в последнее время, вызвал даже некоторое охлаждение общества к ней, абсолютно и особенно там, где ее никогда не видели. Но вот она явилась сама, и скептические голоса умолкли. Она покорила всех. Освобожденный от приторного, елейного лоска, наведенного эпигонами, Леонардо встает перед нами в своем подлинно достойном величии.